Господин посол, я хочу поблагодарить вас и хочу, чтобы вы знали, что это уникальное учреждение, на самом деле, такого типа в нашей стране. И постоянно, вплоть до сегодняшний день, на первой линии помощи деткам. И помогали деткам со всей страны. Ни один ребенок не был оставлен за, скажем так, воротами данного учреждения. Люди работали на износ, и от лица как бы мэрии, и вы, наверное, скажете, вы знаете, как это все происходило, наблюдали за процессом, будь здесь или в Китае. Было действительно очень-очень сложное время. И такого рода оборудование, оно всегда просто очень необходимо в такие критические моменты. Я очень рад, что сегодня мы можем получить от братского города Ксиан этот аппарат. И надеюсь, что будет служить для, в первую очередь, жизни, состояния здоровья наших деток, ну и тех всех, кто в этом нуждается. И хочу от нашего общего имени поблагодарить этот замечательный коллектив, госпожу директор, который на самом деле делает невероятные вещи. Спасибо большое. Уважаемый мэр города Кашнигава Касабасин Чипан, уважаемый директор больницы, уважаемые коллеги, друзья, большое вам спасибо. Сегодня я с большой честью присутствовать на этой маленькой церемонии сдачи и приема аппарата. Мне сказали, что этот аппарат китайского города Сиан подарил городу Кашнигава. Я знаю, что в прошлом году город Сиан и город Кашнигава заключили соглашение о городах побратимах. Честно говоря, у меня было немножко опасения, что после соглашения, но ничего не сделали. Но сейчас я уже верю, что предварительные результаты уже есть. Конечно, я надеюсь, что этот аппарат сможет помогать вам. Но я сильно надеюсь, никогда этот аппарат не будет использовать. Я надеюсь, что в дальнейшем связи и сотрудничество между городами-побратимами Сиан и Кашнигава еще принесет больше практических результатов и прага. Конечно, наше посольство, я лично готов оказать все возможное содействие и поддержку. Вам спасибо, уважаемые коллеги. Дом амбассадор и фартиму дести, не уже так у фартиму де лукуре на часто перевады. Он спечал. Я говорю, что господин посол очень скромный у нас. Вот. Заключили мы договор несколько месяцев назад, так что результат достаточно быстрый. Это первое. Второе, скромный почему? Потому что действительно посольство и народ Китая нам очень много помогал в эти непростые, скажем так, времена. И я очень рад, если мы можем быть полезны друг другу тогда, когда наша помощь друг другу необходима. И еще раз от лица всех. Давайте поблагодарим этот замечательный коллектив и скажем им крепкого здоровья. Спасибо.
на данный момент вы самый Марсель. Спасибо. Генерал, домдиректор, генерал. Стимаские коллеги, мы очень благодарны народу Китая за такой щедрый подарок. Наша больница на самом деле оказывает помощь детям со всей республики, включая беженцев, включая ковид, включая другие инфекции. На самом деле аппарат очень хороший, практически самый лучший. Но я надеюсь его не использовать. Пусть он стоит и будет нам как резерв. Но если у нас возникнет чрезвычайная ситуация, будем знать, что у нас этот аппарат есть. Большое вам спасибо. Медицина не имеет границ, а инфекционные заболевания вообще никаких границ не признают. Большое вам спасибо.